Всем привет! Итак, у нас сегодня цилиндр Camel. Обратите внимание, английский профиль, 5 пинов. Давайте его попробуем также вскрыть. Посмотрим, сколько по времени данный цилиндр продержится. Открываем такой вот клюшкой. И мы видим вскрытие этого цилиндра. Цилиндр продержался недолго. 5-пинка, Camel, английский профиль. Разбирать его, я думаю, нет смысла. Если какие-то здесь и есть пины, то в дальнейшем уже ребята, которые обучаются, они вскроют, разберут, изучат пины. И в дальнейшем это видео появится на просторах интернета. В общем, на этом я заканчиваю этот ролик, и мы переходим к следующему, отлаживая этот цилиндр. Всего доброго!